интересная ситуация. В прошлом году, к примеру, только гонщики, судьи, в общем, те, кто персонал, да, скажем так, вот, ну, те, кто участвует непосредственно в гонке, они должны были носить маски, а люди... Слушайте, ну это падение, да? Какой кошмар. Нет, если бы, не дай бог, когда-нибудь я бы вот, что-то подобное бы испытал на себе,